Поэтому я сейчас перехожу в политику. Я пробовал баллотироваться на должность президента Российской Федерации в 2018 году, но в Амурской области это было заблокировано все. Отсюда не пробаллотируюсь. На телевидении запрет. Мне сказали, мы с выдвиженцем не работаем. Езжаю в Москву. А в Москву идею друзей товарищей возьму. Если здесь у меня здесь. Инициативную группу идею возьму. В Москве никак ее не возьмешь. А где там телевидение взять? Там Ксения Собчак едва пробилась, Грудинин едва пробился на первый и второй канал, чтобы объявить о самом выдвижении. А Благовещенко тут вообще полный отбой. Поэтому я остался без телевидения, без инициативной группы 500 человек. Хотя мне тут обещали, я уже и АКЦ зал заказал, уже 200 тысяч снял с Сберкнижки, все приготовил. Осталось только на телевидении договориться, объявить о самовыдвижении. Но сейчас я пытаюсь снимать видеоролики о своем выдвижении на должность президента Российской Федерации в 2024 году. Готовлю. Готовлюсь основательно к 2024 году.